Компания «Телецентр» вот уже более 7 лет успешно работает в нашем городе. Суперскоростной безлимитный интернет, который доходит до славянцев по собственной оптоволоконной линии, позволяет им удовлетворять все свои возрастающие потребности. Более 100 телевизионных каналов высокой четкости доступны клиентам «Телецентра». Подробности о работе компании в нашем репортаже. Ведущая телекоммуникационная компания нашего города «Телецентр» с самого начала своей работы поставила во главу угла прежде всего интересы славянцев. Современной сетью охвачены практически все многоквартирные дома города, да и владельцы частных домовладений все больше выбирают услуги этой известной компании. «Телецентр» работает для абонентов и дома, и на работе, и они ни разу не пожалели о своем выборе. Я уже 5 лет пользуюсь услугами телецентра. И дома, и на работе, и интернет. Очень рада, очень довольна, никаких сбоев. К нам приходят клиенты, и если они ждут, то смотрят или слушают телевизор. И дети приходят, тоже интересуются каналом детским «Карусель». «Телецентр» доступен славянцам с любыми доходами, поскольку его услуги стоят совсем недорого. И еще здесь постоянно проводят акции, которые позволяют клиентам серьезно сэкономить. Мы предоставляем уже 7 лет услуги кабельного телевидения и доступа к широкополосному интернету. Сейчас подключаем частный сектор. Кстати, сейчас проходит довольно привлекательная для абонентов акция. Стоимость подключения начинается от 5000 рублей. То есть вот январь и, наверное, февраль продлим эту акцию. Коллектив компании молодой. Сотрудники стараются использовать технические нововведения, чтобы еще выше поднять качество предоставляемых услуг. Недавно поставили новое оборудование для аналогового телевидения. То есть те абоненты, у которых старые телевизоры, они не могут смотреть цифровые каналы, которых у нас более 100. У них качество заметно улучшилось. По интернету постоянно проводим модернизацию оборудования, улучшаем качество, настраиваем сеть свою. Преимущества телецентра очевидны и для молодежи, и для людей среднего и старшего возраста. Услугами очень доволен. Почему? Потому что качество сигнала очень хорошее, удовлетворяет полностью моим запросам. Во-вторых, те требования, которые мы предъявляем в телецентре, удовлетворяются постоянно по ремонту, по отключению, по включению. Поэтому коллектив очень хороший, дружный. Бесперебойность интернета, очень высокая его скорость пришлись по душе славянцам. Компания развивается и не собирается останавливаться на достигнутом. Обращайтесь в компанию «Телецентр» по адресу: Славянск на Кубани, улица Ленина, 114, офис 23, или по телефонам 8 988 333 53 19 или 438 58.